Всем привет, ребят! Спешу сообщить вам радостную новость. Ну, многие уже узнали ее, но для тех, кто не знал, хочу поделиться с вами радостной новостью о том, что все-таки Pearl Abyss и GameNet договорились в том, что будет перенос серверов и всех наших данных, всех наших персонажей, всего остального прочего. То есть можете зайти на сайт, ссылочка будет в описании, что на сайте Pearl Abyss, что на сайте GameNet, одно и то же сообщение. Продублированная просто вот и все. Пишут о том, что они все-таки договорились, что все-таки будет перенос, что они этому очень неимоверно рады и так далее и тому подобное. Благодарят нас за терпение и поддержку. И учитывая то, что игровой процесс был прерван, мы подготовим уникальный ивент, а также планируем отправить специальные игровые подарки всем игрокам, которые осуществят перенос, а также новым игрокам. Всех игроков ожидает множество интересных и памятных событий. Благодарим вас за терпение и поддержку. С уважением, Российская служба поддержки Pearl Abyss и компании Webinow Holding Ltd. Ну, в моем понимании, ребят, произошло... У меня какое-то, вот я читаю эти сообщения, у меня какое-то такое двоякое такое ощущение от всей этой херни. Либо эти ребята, что Перлы, что геймнеты, просто решили хайпануть на всей этой ситуевине и за счет этого привлечь к себе как много больше внимания. А привлекли они очень много внимания. Что на Евро? На Корею не ходил, но думаю, там тоже кипишняк. Надо, если ребята, кто с Кореи читает и корейским владеют, и на корейских форумах что-то там читают и переписывают, то скиньте, пожалуйста, в сообщении под видео, как там вообще все это фигня. На Европе кипиш стоит просто офигеть какой. На форумах там народ тоже кипишит, мы там кипиш подняли неплохой. Игроков ломанулось туда играть немерено, и кипиш стоит до небес. И ввиду этих событий, походу, просто Pearl Abyss не ожидали, что будет такой кипишняк, что такая огромная волна поднимется. И не хотели они вообще ничего переносить, потому что они тут реально конкретно чуть ли не прямым текстом пишут, что ребята, нихера мы переносить не хотели, а вот тут кипиш поднялся, и мы решили подсуетиться и все перенести. И они быстренько договорились с геймнетами, все у них оказалось в красоте, они там пошли на какие-то неимоверные просто вообще отступления от правил, и все это сделали, они такие красавцы, короче. Ну, что я могу сказать, ребят? То, что если ты хочешь... дать что-то человеку, но у тебя нечего ему дать, то ты сначала забери что-то у него, а потом дай ему это же обратно, и он будет радоваться просто неимоверно, что и произошло. У русских игроков Black Desert забрали игру, им сказали, что вайп, ребята, все, игры не будет, игре конец. И тут пишут, что ну все, ребят, мы переносим, и все, все игроки рады, если им перенесутся их аккаунты, они побегут, конечно же, схватят свои карточки и начнут скидывать бабоса в эту игрушку. А сколько они привлекут новых игроков, это просто даже подсчитать нереально. Потому что вы представляете, да, какая реклама прошла. Все игровые сообщества обсуждали, обмусоливали, обтирали эту тему с момента, как Pearl Abyss и GameNet сообщили о том, что будет вайп. И на этой волне хайпа они привлекли к себе столько внимания, столько новых игроков. Вы представляете, да, сколько игроков ушло на Европу играть. Кто перешел, они знают, там просто русский чат в игре. Он практически русский, английские сообщения проскакивают иногда, в остальном чат русский. И европейские игроки там тоже взвыли, то есть у них тоже в ближайшем времени планируется, как вроде, заканчивается лицензия у Kakao Games с Pearl Abyss. И они там тоже начали кипишить, естественно, на форумах. Наши подогрели это, говоря им там, все, ребята, вас тоже вайп, ну ждите и так далее. Европейские игроки тоже подняли офигенный кипиш. Я думаю, на всей этой волне кипиша на Европе, кипиша на России, просто они подсуетились и все-таки договорились. Ну и опять же, они привлекли к себе очень много негатива за последнее время. Что GameNet, что Pearl Abyss. Ну а то, что они хайпанулись и зарекламировали себя за наш счет, тут даже можно об этом и не говорить. Вы представляете, да, какая была реклама, даже... Ну, все знают, кто рекламой маленечко занимался. Я не занимался, но тоже знаю, да, что вот этот вот пиар на хайпе, он еще больше приносит рекламной прибыли, да, скажем так, чем просто если бы они выпустили где-то рекламку, там где-то на сайте, либо на телеке, там на радио, пофиг где, да. А вот этот черный пиар, который они сделали на волне этого хайпа, он привлек к ним внимание всех игровых сообществ. Все стримеры, которые освещают какие-то игровые события,
сайты игровые все обмусоливали эту тему с тем, что русских игроков вайпнули, как это все несправедливо и так далее и тому подобное, ребят. Ну, надеюсь, что все-таки нас перенесут, а это не очередная волна хайпа с их стороны. А то будет потом опять такое, что ой, ребят, мы вот договорились, но опять раз договорились нахрен. Все-таки ждем, что все будет нормально, ждем от них новостей, когда же все-таки будет осуществлен этот перенос. Пока все это написано просто по воде, нету никаких сроков, нету никакой конкретики, прям уж такой конкретно, чтобы вот я уж успокоился и все. И сидел спокойненько себе, играл на Европе, пока я жду переноса на Россию. На этом все, ребят. Надеюсь, все игроки российские рады. Ну, некоторые уже кричат, что был бы лучший вайп, я уже смирился и так далее. Не, ребят, лучше не надо. Мне свой любимый персонаж все-таки дороже. Мне, конечно, понравилось на Евро, там вроде прикольненько, и атмосферка нормальная, но донат там какой-то ушлый. Не в плане того, что он дорогой, а просто ушлый. Там задонатить просто нереально, короче. Я хотел купить ежа, я задолбался с этим ежом, в итоге я себе этого гребаного ежа за $10 не купил. Вот как-то так, ребят. На этом все, ребят. Всем спасибо. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на каналчик, заходим ко мне на стрим, они каждый день в 6 часов вечера, выходные в 4 часа дня. На этом все, ребят, всем счастливо, всем пока.